душу деньги абсолютно все прозоро, куда тратились, все можно увидеть, потому что за это отвечаю. А скажи, пожалуйста, вот денег не было на приобретение автоматической системы, да, сигнализации? Она очень дорогая. В 17 году, когда случилась Виктория, было много писем от всех инстанций, от министерства, от департамента, от всех МЧСников об оборудовании сигнализации. Я вначале пообщалась со всеми организациями, которые могли нам установить такую сигнализацию. Стоимость обозначили от 2000 гривен. От 200 тысяч гривен. Я сразу же написала письмо у министерства, но, во-первых, письмо было просто о том, что нам нужна такая помощь, но я намеревалась, если будет положительный ответ, пригласить этих представителей максимально разных, чтобы оценили, потому что у меня 5 этажей, чтобы я знала, какую мне точно сигнализацию, какую точно я сумму должна просить. Хотя на мое письмо просто на то, что вот ссылаясь на все эти страшные события, я же вам говорю, хоть я и работаю в данном здании с 92 года, за это время, вот с директором я 16 года, никто о сигнализации вообще вопрос не вел, и никто не, ее не оборудовал. И на это время вот минимально, что сказали эти представители, это 200 тысяч. И поэтому, если бы было хотя бы какое-то мне рекомендательное письмо, чтобы я пригласила, хотя бы я сама, если было бы мне такой ответ, я бы сразу бы, естественно, сумму, мне надо было знать, какую точно просить, но не было мне положительных ответов. А у меня еще общежитие. И это тоже, понимаете, что такой объект ответственный, потому что там круглосуточно студенты находятся. И вот министерство не ответило на письмо? На тот период в общежитии ранее до меня директором была оборудована сигнализация, но она была вышедшая из строя. Поэтому я обратилась сразу же, без промедлений, к той организации, которая устанавливала, чтобы они мне ее возобновили. И на это мы действительно со спецсчета